Я пришел по приглашению Сергея Афанасьева, он же доктор Шницель. Вот, и он сказал, будет сегодня мероприятие, посвященное фильму «Брат 2», «Брат 1». Там, вот, а ты любишь эти фильмы? Да, вчера, конечно, я его как-то не воспринял, потом немножко еще пару раз пересмотрел, и я понял, что это очень круто. А как тебе вообще проект «Пассионарий»? Что ты думаешь о том, что делает Сергей? Я думаю, это круто. Это круто. Привлечение, как говорится, менее известных людей, дать им раскрыться. Мне кажется, этот проект имеет большое будущее. Он очень интересный.